Хей, окей, с вами Шимики, и мы продолжаем проводить игру под названием Hollow Kings. В прошлой серии я... Это вчера, буквально. Я потратил сран... Ну, я играл до 3 часов ночи, чтоб, блять, убить этого ебучего босса. Да, у меня улучшился питомец. Он свалил. Ну, это да, типа боссик. Маэстро. Осталась только девка, которая у нас, получается, жрет ожерелье, ей дал, короче, то, что деньги. Я сразу себе сейчас тут понаставливал способности. И я узнал, что дает этот дар, ну, вот, девкам, вот это. Дар. Любиндра, да, или как это? И я просто заметил это на своем предыдущем видео. Моя шкала вот это энергии, да? Сейчас покажу. Ну, допустим, потратили, да? Я сажусь. Вот, видите, и наполняется энергия. Короче, нам нужно в этой серии вот его еще освободить. Чтобы его освободить, мне нужно, как бы вам сказать, пройти Колизей последнее испытание. Если мы пройдем последнее испытание, считайте, я открою его, освобожу, это раз. И я смогу уже отправиться заканчивать DLC, который мы начинали. Помните, когда вот в сон жука навозного шли? Ну вот, это наподобие того же, только... Как? Наподобие сна. Ладно. Полетели. Хотя бы один раз попытаться нужно, все равно как бы... Камон. Я думал сначала пойти с тем летающим, но смотря на его урон, это долго будет, очень долго. Хотя можно будет попробовать на самом-то деле. Так. А, Каев. Так, стоять. Я споры только, да, не взял. И я еще какие-то способности не взял, потому что буду думать тупить. Отлично. Ай-яй-яй, как вышло неприятно. Ну блин, то, что я все равно как бы наношу. Мало. Даже считай то, что у меня прокачано. Короче, они на меня все равно не нападают. Так, и здесь эти твари, да? А, и главное, чисто на меня упал. Раз, два. Ай, да ё-моё! Кнопочки путаем. Кнопочки путаем. А, ну хотя бы убивай быстрее его. Отлично. Блин, я... Атаковать забыл. Да ё-моё, вы издеваетесь. Они издеваются. Они надо мной издеваются.
Нужно, короче, не тупить и отхилиться. Хилимся, 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 пока есть время. Да ё-моё! А, тут эти уже появились. Ясно. Ну? Кто? А, еще один. Готово. Отлично. Ой, бля. Слышь, говнюк. Взял так втихаря, напал. Бля. Кайф. Кайф. Блин, а я хил минус просрал. Хил, хил, хил. Блять. Хил. Отлично. Отлично. Ладно, хилимся. Так, сейчас должны черви, да, полезть? Я на летающей фазе просираю. Я просираю на вот этой вот фазе. Вот блин. Ну как вы вот мне прикажете вот проходить? Я, блин, я не знаю, мне сложечно это делать все. Ладно, да. Блин. Нужно пойти сначала это убить. Вернуться на свое седалище. Давайте подумаем, может еще что-то какой-то есть способ. А что если мы вместо того, чтобы хилиться, да, будем юзать свои способности? Да? Как вариант. Вот сейчас, допустим, я прилечу, да? И сразу заряжу меч на атаку. Вот почему бы так не сделать, не знаю. Сейчас попробуем. Ну?
А, там эти ж точно твари еще нападают. Блин, херово. О, черт! Да вы издеваетесь. Вот черт, вот это дерьмо. Бум. Блять, и зацепила тварь, ладно. Главное, тварь зацепила еще. Вот это ладно, легкая фаза. А-а-а, моя магия еще не убила его. Поехали. Просто нахуй, идите на. Просто дадите на. Мне нужно понять, я должен понимать, пройти Колизей. Если я хочу DLC пройти. Может в камнях что-то можно поменять. В принципе, я не против. Ну а что только поставить? Можно, допустим, снять вонючку, да? Того же. Поставить ярость. Допустим, давайте попробуем так. А ну. Только теперь у нас нету вонючки, но вонючки это можно было и не брать. Но, тут теперь самое важное, это то, что у меня шипов нету. А это тоже, как бы, считай, атака. Блин. Ладно, сейчас посмотрим. Ну вот, по идее, я сейчас должен был убить, да? На самом деле, нифига. Давай.
Ой, забыл. Тихо. Забыл. А вот с этими нужно не терять бдительности. Нужно лучше было что-то на магию ставить. Магии что-то поставить. Ха! Так, хилимся. Хилимся. Ай-яй. Так, на одну отхилимся. Готово. Сейчас должен быть воин. Теперь сраные маги. Ну что это за херь? Ну посмотрите на это. Ага, меня еще и зацепили плюс. Ой, бля. Мне кажется, я тогда даже раньше лучше сыграл, чем сейчас.
Вот, блядь. Ебучий богомол. Бляха, муха. Блять! Катапультируются! Они катапультируются в меня! Фух. Блять, серьезно? Тихо. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Тихо, 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 тихо. Я еще и фул хп буду. Ого, народ. Запиздился, да? Все? О, начинается. Все? А, так она без него ничего не может? Фу его! Глупец. Получено нам достижение. 10 тысяч у нас в кармане. Этого нам достаточно, ребята, для того, чтобы, во-первых, выкупить обратно наш амулет. Нам нужно 9000. Все. С возвращением воин, настоящий глупец, бьется даже когда уже ни за что сражаться. Подойди к доске и поставь отметку. Покажи нам, кто здесь по-настоящему глуп. Так уже стоит. Алло. Сейчас я тебя освобожу, подожди. Ух. Так, все, теперь ты мне не нужен. Тебя поставлю. Кто пускай стоит? Все. Я проверил. Так. Я провел в битве всю свою жизнь. Убил сотни. Нет, тысячи врагов. И эти глупцы хотят биться со мной. Безумие.
Кажется, им просто не терпится погибнуть. Да, будет так. Могучий зод даст им то, чего они желают. Так. Тихо, там показалось? Мне... Это еще один Колизей? Так, нет, туда мы пойдем попозже. В то место. Еще здесь есть проход. Это источники. Ты здесь сел наполняешься, да, чувак? Ладно, погнали тогда туда. Колизей глупцов одолен, ребята. Все, теперь мы настоящий глупец. Что? Простите-ка. Секретка. Идол короля. Нам нужно убить этого парнишу. Народ. То как... Да-да-да-да, поэт... Да ё-моё! Ладно. Нужно откилиться, это не дело. Он снизу? Ты нормальный? Нормально. Кто этот у нас был? Блин, можно, в принципе, их уже и прочесть, да? У меня уже как? А, не. А ну стоять. Эти все открыты. Вот этих нужно еще 6 убить. Одного такого. Задиристого. 5 таких. 11 лишайников. Их вообще можно убить? Гулка. Москокрыл. А, Москокрыл, все. Да-да, у нас тут много неизвестного. Богомолы. Призраки. Коллекционер. Тухляк. Спокойно, но гнилое создание внутри него находится тухлое яйцо. Их легко выследить по запаху, но очень-очень не советую есть их яйца. Вот, белого защитника мы же победили, да, с вами? Где здесь коллекция врагов? Носк. А, это огромный. Боссы. Колизейные враги. Искатель... Эликс...
Вот это, да, я убил? Бледный соглядатей. Забытый чемпион Колизея, изведанный неизвестной манией. Чему эта странная тварь не берет? Да, ей и не вид... Так. Невдомек, что по пещерам гулять за... Зараза. За безумие хватает. Так. Ксера. Ну, это призраки, да, которых мы одолевали. Вот этих мрачный ученик, мы убивали их. Грим. И король грима, блять, он такой жесткий был, это просто пиздец. Так, это у нас храм. И тень, да? Все, это все было сделано ради простого ключа, ребята. Наверное, кто-то задался вопросом, а нахера он вообще нужен? А он нам нужен был для того, чтобы начать новое DLC, последнее DLC. Но чтобы его до конца начать, нам еще с вами придется гонять в локацию одну. В эти. Не трущобы, а в канализацию. Что, он освободился? Карта обновлена. Так, быстрое перемещение есть где-то? Только через город слез, да. Ну, поехали тогда отсюда. Ну, мы все же одолели всех, да? По идее, все? Слушай. За защищение вы настоящий глупец бьется даже. Да, все по идее. Так, полетели. А, в принципе, что я делаю? Нам нужно заканчивать серию. Ну, в принципе, если так, то давайте на этом тогда закончим. Сейчас я вернусь в город. Или, ну, поднимусь хотя бы. А, давайте. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.